обзор Форекс ИИ. Предлагаю вашему вниманию эстонского форекс-брокера, компанию Форекс ИИ. История компании начинается в Эстонии в 1998 году. Деятельность организации регулируется Министерством экономики Эстонии. На сайте в контактах можно найти номер этой лицензии. В качестве торговой платформы Forex II предлагает наиболее популярную платформу среди трейдеров современных – это MetaTrader 4. MetaTrader 4 в данном случае доступен для скачивания в Windows, для установки в Mac, для установки в Linux, для установки в iOS, Android. Также доступен MetaTrader веб-терминал. Все платежи у Forex II выполняются в долларах или в евро. Компания не взимает комиссию за пополнение счета и за вывод средств. При выполнении платежных операций вы платите только комиссию вашего банка или используемой электронной платежной системы. Брокер обращает внимание на то, что зачисление платежа может занять до 5 рабочих дней. Пополнение счета доступно при помощи кредитных карт Visa MasterCard, валюты пополнения американский доллар, евро и японская иена. Можно перевести средства путем банковского перевода, в данном случае доступны американский доллар и евро. Можно воспользоваться электронными платежами Skrill, WebMoney, Neteller, Perfect Money, Payza, FasaPay. Доступны внутренние переводы в евро и долларе. На сайте подробно описаны валюты, в частности электронных платежей, которые я не упомянула. Это бы заняло очень много времени. Вы сами можете посмотреть эту информацию по адресу forexii.com. Что же касается снятия средств, то вывести свой заработок у Forex II можно при помощи банковского перевода, а также при помощи системы электронных платежей Skrill, WebMoney, Neteller, Perfect Money, Payza, FasaPay и Bitcoin в данном случае у нас доступны. Если вдруг возникнут какие-нибудь вопросы, можно нажать на вопросительный знак. Вас сразу система перебросит наиболее часто задаваемые вопросы, и там вы уже сможете разобраться. Forex II предлагает три вида ECN-счетов. Отсутствие реквот, низкие спреды и возможность торговли во время высокой волатильности. STP-счет, Basic ECN, Advanced ECN, Premium ECN и Crypto-счет предлагает нам брокер. Тип исполнения в случае STP, соответственно, STP, минимальный депозит $50, минимальный лот 0,01, спред от 0,5, максимальное плечо до 500, комиссии нет, валюта евро, доллар, рубль и японская иена. Исламские счета в наличии имеются. Basic ECN предлагает тип исполнения сделок ECN, $200 у нас минимальный депозит, 0,01 минимальный лот, спред от 0 до 500 максимальное кредитное плечо, 5 единиц базовой валюты за 100 тысяч один лот. Комиссия у нас такая. Валюта американский доллар, евро, рубль, японская иена и австралийский доллар. Advanced ECN счет, тип исполнения сделок ECN, минимальный депозит $1000, минимальный лот 0,01, спред от 0. Максимальное кредитное плечо до 500. Комиссия 2,5 единицы базовой валюты за 100 тысяч, то есть один лот. Валюта – американский доллар, евро, рубль, японская иена и австралийский доллар. Исламские счета есть у нас. Премиум ECN счет предлагает тип исполнения сделок ECN – $25 000, требует в качестве депозита 0,01 у нас минимальный лот от 0, спред, максимальное кредитное плечо до 200. Что касается комиссии – 1,8 единицы базовой валюты за 100 тысяч, то есть за один лот. Валюты – американский доллар, евро, рубль, японская иена и австралийский доллар. Исламские счета также есть. О криптосчетах здесь сказано, что они предлагают новый перспективный тип торговли. Комиссия за одну сторону сделки составляет 0,25% от суммы сделки в базовой валюте. Минимальный депозит для начала торговли всего $10. Обратимся к контактной информации. Задать вопросы можно у брокера по лайв-чату. С общими вопросами вы можете обратиться по электронному адресу info@forex.ee либо позвонить по номеру телефона. Часы работы на сайте указаны. Служба технической поддержки у нас с отдельным электронным адресом. Также доступен онлайн-чат службы поддержки технической. Отдел торговли также представлен отдельно здесь. И отдел сотрудничества. Также можно ознакомиться на сайте с примерами соглашений.
принципе, лишним не будет. Сайт работает, в том числе, как вы уже могли понять, на русском, на английском и на немецком, стоит отметить. Это все о Форекс ИИ, об эстонском брокере. Я еще раз напомню, я прощаюсь с вами до следующих сессий.